Всем привет! Я у нас 77 сегодня. Гоняю со своими друзьями, со изводниками Reset Online и Кирик Волк. Вот. Сегодня такой стрим у нас. 5 боев подряд играем, вот. Значит, первый бой у нас это Двайса, третьих КВ4. У нас сегодня будут в основном такие бои. Вот. Первый бой не очень удачный, были проблемы с интернетом, в общем, и я явно еще не был готов, не проснулся, вот, в начале боя уже начинаю откатывать, лезть куда-то, стрелять непонятно зачем, вот. Меня немножко убило, начали бой, что нас кинуло десятком, это был первый бой, не очень буду начинать так день. Поэтому вылезаю стрелять по E5, чтобы его не пробить, получить 100 дамага еще. Вот. Кейк Волк у нас идет через центр, это вокруг вот дома. То есть он вот здесь вот хочет обойти. Вот еще добирает 75-го. Значит, Никит, это Reset Online, он вот здесь. Вот. Прикрывает нас, чтобы не зашли сзади. Вот, как мы видим, я уже надгребал, у меня вообще уже всего 175. И тут я вижу, что на нашего лица пошла семерка. Я еду ему помогать. У него довольно сейчас удачный выстрел был, почти на 600 урона. 600 дамага на стрельного. Вот, я отстрелюсь по 32, но он мне успевает забрать. Вот. Значит, тут также добирают и Зета. Вот, остается у нас созвонников только КВ4, который борется, смотря ни на что. Довольно неплохо борется, кидает, держится почти цел до сих пор. Вот. Заскочил посмотреть на Е3, убивает друг за другом танки. Вот. Вот, наш КВ4 начал воевать с 77-м, плюс ему на помощь пришел еще 263. Вот, можно сейчас посмотреть на ту сторону, что там творится. Вот, КВ-4 обходит. Объект принимает удары. Выстрелы, удары, весь дамаг. Вот, но... И7 все-таки успевает отстреляться. Значит... И вот, как мы видим, всю зеленку мы проиграли. Там у нас было всего 2 СТ, это Т-54 и Е1. Т-54, вроде еще Т-57 Хэви был там. Значит, обнаружен противник. Тут сюда пришел фуловый 103, сюда пришел почти фуловый ФВ. Враг обнаружен. Вот. Еще 21, кстати, который вроде как мелкого уровня, но он успел нам пакости тут тоже не слабо. Сейчас посмотрим. У нас безвозно умер. Наш 63. Его с этой стороны обстреляли. Вот. КВ-4 выезжает, попадает по ВЗ. Просто сбивает без урона. Попадание в густую, судя по всему. Вот. Ну вот, заметьте. Мы играли на восьмерках, у нас осталась восьмерка, которая прожила дольше всех десяток. Это немного странно. Потому что у него тоже 2 фага, в общем, я не знаю, сколько дамага. Вот. Но довольно неплохо, вроде как, я помню, он настрелял. Вот, собственно, такая вот дурацкая ситуация. Ну что ж, переходим ко второму бою.